соответственно, обычно классически у Прабху, у них с этой стороны находится Ида слева. У Матыш здесь находится Пингала. Ой, наоборот, у них Пингала справа, слева у Прабху находится Ида, справа у них находится Пингала, солнечный канал. У Матыш наоборот. У них вот здесь Ида, медленный канал, лунный, холодный. Здесь Пингала. Соответственно, свара-йога заключается в том, что если вам нужно активизировать солнечный канал и делать активную деятельность, вы должны активизировать ту часть тела, где у вас солнечный канал. И поэтому, если наоборот вам нужно помедитировать, то вам нужно включить лунный канал. И поэтому вот мудрецы, когда мы видели, они сидят с датой, пережимают себе один канал под мышку кожи, данную такую деревянную палочку, и сидят и читают мантру. Вот они обычно ее ложат вот под эту руку, мудрецы, потому что у Прабху вот здесь находится именно канал Пингала. Они ее пережимают, чтобы было меньше раджаса, чтобы было больше инерции, умиротворенности. Но в идеале рана должна входить в центральный канал. Поэтому... Нужно просто чувствовать свое тело. Хорошо. В таком положении мы начинаем приседать 20 раз. На вдохе садимся, на выдохе встаем. Есть триокомплекс. Я его объясняла, потом получился долгий. Если вы его делаете самостоятельно, он занимает 20-30 минут, но он очень эффективный. Перейдем ко второй части, которая называется аюрведический массаж ног. Садимся. Стараемся ноги не вытягивать друг на друга и на алтарь. То есть лучше туда. Когда мы много общаемся, сидим за компьютером, вся энергия поднимается вверх, в верхнюю чакру. Либо когда много медитируем. А жизненная сила, она берется от земли и находится в нижней части тела. Это красная капля. Чтобы жить на планете Земля и не болеть, нам нужна именно энергия красной капли. Тогда тело будет здоровым. И нужно эту энергию чувствовать в себе. Это энергия молока, сладкистана и мукурача. И обычно классически говорят, что она находится в центре йонистхана, который находится внизу живота. В китайской даосской терминологии его называют нижней дяхтянь. В ведической традиции его называют йонистхана. Мы должны почувствовать энергию в нижней части. После этого мы начинаем активизировать точки на подошвах. Мы
начинаем массировать пальцы. Я и говорила, у нас есть проекции внутренних органов. Они есть, эти точечки есть на ушах, на подошвах ног и на ладошках. И когда мы массируем пальцы, но мы активизируем определенные точки, которые идут каналами к определенным органам, проходя через центр тела, прям к глазам, к ушам. Их называют меридианы, маны. Называем энергетические каналы. Во втором томе сияния книги, они все описаны. Древние ведические, сейчас называется эта книжка «Древние ведические практики», хатха-йога, кундалини-йога, шатчатра-йога. Возможно, они здесь есть. Там это все описано, какие тут каналы. Так вот, ну вот, сейчас разминаем хорошо подушечки пальцев, вытягиваем хорошо пальцы, чтобы они стали теплыми. Переходим под пальцы, подушечка мягкая, массируем ее. Хорошо надавливаем центр этой подушечки, где-то на уровне второго пальца. Складываем в кулак и косточками растираем хорошо центр подушки. Снять. Иначе вы массируете ваши носки. Вместо того, чтобы массировать ноги. Хорошо, переходим к верхней части. Ступни называются кошка чешет когти. Но мы не ногтями, а подушечками рук хорошо надавливаем. Затем косточками рук мы массируем вокруг косточек ног. Расслабляем ногу и ударяем так, чтобы она как бы провисала, так сами ладоши. Затем пальцами рук от косточек ведем, надавливая коленом по бокам ног. То есть вот так. Хорошо пальцами надавливаем.
Затем мы берем вот таким образом руки и скрещивая массируем. Тоже снизу до колена вверх. Затем мы кладем одну руку на колено, сверху другую и круговыми движениями, словно разогревая. Представляя, как они наполняются светом. Обычно через ладошки мы можем наполнять энергией любую часть тела. Если у вас эти каналы открыты, то вы можете даже лечить и исцелять себя в первую очередь. Других не спешите лечить. Затем мы переходим к бедрам. Мы берем и месим, словно тесто, хорошо. Верхнюю часть ноги тоже расслабляем. Затем мы вдавливаем с двух сторон ладошками и круговыми движениями, словно вращая мышцы вокруг. Промассировали ногу, то вы прям почувствуете, как у вас нога начала гореть. Значит, энергия начала двигаться. Начинаем с пальцев. Хорошо их разминаем. Надавливаем на каждую подушечку. Да, руки есть непогодные, их надо разогреть ничем. Нужно помнить, что тело это храм души. Поэтому мы так делаем массаж, словно у нас в каждом пальчике по божеству уже живет. Мы делаем подношение, как будто каждому божеству.
косточками. Массируем центр подошвы. Косточками рук вокруг косточек. При этом чувствуем хорошо энергию в теле. Старайтесь, чтобы не было так, что вы делаете, а ваши мысли где-то в другом месте. Наш ум направлен направо, на энергию. Мы должны чувствовать хорошо, что мы делаем. Тело чувствует. Иначе пользы не будет. И теперь пальцами рук от косточек надавливая хорошо, указательными или средними проводим вверх по бокам. Здесь проходит канал, связанный с бессмертием. Именно поэтому в китайской медицине прижигается точка одна вот здесь, недалеко от коленки, под коленкой, которая активизирует именно вот этот канал, который мы массируем, который с нижней стороны проходит. Считается, что он связан с долгой жизнью. Затем мы ударяем по икрам. Одну руку на колени, сверху другую, и круговыми движениями массируем, представляя, как мы наполняем светом область колена. И оно исцеляется, расслабляется. А имеет значение вообще-то, какая правая на левой? Или левая на правую? Да, имеет значение. Оно имеет значение, когда вы начинаете это чувствовать. Как вы это не чувствуете, для вас не имеет значения. Хорошо, разминаем бедро, словно тесто.
затем зажимаем его ладошками и круговыми движениями, словно вращая мышцы вокруг кости. Почувствовали, как прана циркулирует в крови.